продолжается тема азиатской кухни. Сегодня мы будем готовить салат, теплый салат с тунцом. Что нам для этого понадобится? Китайская капуста. Вот она здесь у меня уже готовая. Помидоры, лук, имбирь, чеснок, перец, лайм, сахар коричневый, рыбный соус. Ну, это все для, как для заправки. И, собственно говоря, сам тунец вот у меня уже подготовлен. Так, что первым делом нужно сделать? Нужно подготовить заправку для салата. Для этого мы мелко нарезаем чеснок, имбирь, перец, вот этот острый. Выжимаем туда сок лайма, добавляем пальмовый сахар. Ну и все это дело заливаем рыбным и соевым соусом. И как бы все это смешиваем. Это будет заправка для салата. Вот сейчас я как раз займусь нарезанием этих продуктов. Так, ну вот я измельчил чеснок, перец и имбирь. Ну, как бы для этого можно использовать терку или там давилку для чеснока, кому что удобнее. Я сделал это ножом. Так, теперь это все ингредиенты соединяем. Там уже у меня внутри пармовый сахар. Вот он здесь есть, ну, я еще добавлю. Потому что как бы азиатская кухня — это сочетание кислого, сладкого, соленого и острого. Вот сейчас я это сочетание тут и делаю. Соевый соус заливаю. Ну и рыбный, куда же без него. Тем временем у меня разогревается сковорода. Сейчас я буду обжаривать тунца. Пока тунец обжаривается, я пошинкую китайскую капусту и... А, да, забыл сок лайма добавить. Пошинкую китайскую капусту и лук. Выложу это все в тарелку. Тунец пока будет обжариваться в это время. Так, и это все теперь настаивается. Ну и я бы добавил тамариндового соуса. Тоже очень хороший продукт. Незаменим в приготовлении многих блюд. Ну все, здесь готово. Так, сейчас, значит, обжариваем тунца. Еще не нагрелось. И шинкуем капусту. Тунца я уже нарезал вот такими полосочками, такими небольшими. Кидаем на сковородочку. Можно тоже сюда немножко добавить лайма. Что как любит, можно оставить его немножко сыроватым, а можно получше прожарить, что как любит. Так, ну вот я дожарил всего тунца, который у меня был. Вот сейчас я выкладываю в салат, не очень аккуратно получается. Тунца очень много получилось. Тарелочка у меня маленькая. Так, теперь нужно добавить еще маслица растительного. На этом масле обжарить помидорчики. Так, до салат же у нас теплый. Обжарить до такой коричневой корочки.
Это буквально пару минут. Помидоры обжариваются на сильном огне. Побольше сделать. Так, ну вот, помидорчики мои готовы. Выкладываем их сюда же в салат. Ну, конечно, либо тут нужно тарелку было побольше взять, либо поменьше ингредиентов класть. Ну вот у меня так получилось, что почти все вываливается за борта тарелки, уже как бы и особо не размешаешь этот салат. Ну, уже так можно положить, а размешать уже в тарелке. Так, ну вот теперь это заправочка, которую мы делали с имбирем, с чесноком, с перчиком. И всей этой заправочкой мы сейчас этот салатик поливаем. Вот и все, блюдо готово.